Слова этой песни принадлежат зареченскому поэту Борису Милавину. Она открыла творческий вечер Союза пенсионеров в рамках городского фестиваля «В песнях останемся мы». Это третий сезон марафона. Он приурочен сразу к двум важным юбилейным датам – 65-летию Заречного и выпуска первой продукции градообразующего предприятия. Если вспомнить, как было непросто поднимать среди топи завод. Союз пенсионеров – сообщество творческих и талантливых людей. Ветераны представили зрителям обширную программу. Большую часть номеров участники концерта подготовили самостоятельно. Мы готовили художественную самодеятельность, номера у нас готовят, хор будет выступать, потом ансамбль «Вдохновение». Готовили творческие поделки, у нас выставка поделок. На выставке можно было увидеть даже репродукцию знаменитой Джоконды, а также вышитые картины, вязаные игрушки и многое другое. Пожилые зареченцы тщательно готовились к фестивалю, особое внимание уделили репетициям творческих номеров. Ходим на репетиции 2 раза в неделю. Репертуар наших песен каждым годом больше и больше. Поем патриотические, лирические песни, народные. Ветеранам на пенсии скучать некогда. Они постоянно открывают для себя новые грани творчества. Мария Юдина, участница коллектива «С песней по жизни», представила публике стихотворение собственного сочинения. Его осколками убило, сразила миной наповал, как когда из вражеского тыла к своим он раненый шагал. Друзья по горю, как сумели, простили с ним в вечерней мгле, предав безжизненное тело навеки матери земле. Городской фестиваль «В песнях останемся мы» объединяет все ветеранские организации. На каждом тематическом вечере работает конкурсная комиссия, которая отбирает лучшие номера для финального гала-концерта. Алексей Лазаренко, Ильдар Абульханов, телерадио, компания «Заречный».